Всем привет, друзья мои! Рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня я хочу вам показать орхидейку, которая у меня распустилась. И сразу с такой просьбой буду обращаться. Может быть, кто знает, как называется такая орхидея. Вот такой она красивой окраски. Такой вот, даже не знаю, там и полосочки, и клеточки. Вот такой темный у нее язычок. Это видно. Очень симпатичная. Эту орхидейку отдала мне моя подружка. Отдала она мне ее в июне. Как она мне рассказала, она у нее с 2014 года. Ей подарили. Потом она у нее стояла, она не цвела. И она мне сказала, что, ну, я не знаю, что с ней делать, она не цветет. У тебя все растет, и я тебе ее привезу. Привезла она мне ее в июне, вот в этом году, 16-го года. Мы с ней поехали в магазин. И как назло, вот именно летом почему-то у нас пропали горшки. Даже вот обычные горшки, в которых продают орхидеи, их не было в продаже. Вот такой горшок я ей купила. Он прозрачный. Тут же я купила грунт. В этот же день я ее пересадила. И в августе она выкинула цветонос. Соответственно, моя подруга, она тоже не помнила, какой цвет у этой орхидейки. И вот когда начали появляться бутончики, я каждый день подходила и просто молила ее быстрее распуститься, потому что мне было очень интересно, ну какого же она будет цвета. И вот такое чудо распускается. Вот уже три таких прям, четыре таких хороших цветка. И вот еще у нее столько бутончиков. Очень симпатичная. Буду признательна, если вы мне подскажете, как называется такая орхидейка. Листики у нее подросли. Здесь вот белые штучки. Это я вам потом покажу. Я купила такой эликсир для орхидей. Все обшикала. Листики, воздушные корешки. Пока мне нравится, как они себя чувствуют. Ну, вот такая орхидеюшка у меня есть. Пополнила она мою коллекцию своей необычной окраской. Вот так она живет у меня на восточном окошке. Здесь вот контейнеры с водой для влажности. У нас очень сухо зимой. Вот батарея прям шпарит здесь. Наверное, буду искать ей другое место. Очень жарко. Даже, ну, не жарко, а вот я думаю, что для орхидей такая температура. Ну, ничего, так себя чувствует, но душновато. Поэтому вот три контейнера с водой вот здесь. Здесь вот мельтония в воде. И вот моя тоже красоточка здесь проживает. Хвалилась вам своей новиночкой, которая пополнила мою коллекцию. Сниму еще одно видео про орхидейку, которая зацветает. Я ее не хотела показывать, но покажу. Цвет у нее очень даже симпатичный. Опять же, я не знаю названия. И скажу, почему я не хотела ее показывать. И расскажу про вот этот эликсир для орхидей. Так что мы еще с вами встретимся. Всем пока!